Есть такое. Сразу выбегаем активно, быстро. Последние дни августа с рабочей поездкой наш город посетил депутат Государственного совета Республики Коми по Горняцкому одномандатному избирательному округу номер 6 Геннадий Горбачев. Первый визит был сделан в центральную водогрейную котельную и касался газификации ЦВК. Для того, чтобы провести, перевести работу мазутных котлов на газовое топливо, необходимо провести реконструкцию горелочных устройств, подвод газа осуществить, подвод газа полностью от газопровода общего на территорию котельной, установить, естественно, соответствующее редуцирующее устройство по снижению давления газа, провести все эти коммуникации по главному корпусу, котлам, поменять горелочные устройства, естественно, обучить персонал. Все это работа новая, как бы опасная работа с газом. Далее, значит, если это все будет осуществимо, будет большая часть города подключена от источника ЦВК. Воркутинцев, конечно, интересует, скажется ли газификация города на тарифах на тепло и горячую воду, а также в какие сроки намечено перевести Воркуту на отопление газом. Перевод нашей воркутинской котельной на газ, во-первых, позволит улучшить экологическую ситуацию, и, во-вторых, конечно, понизить тарифы на тепловую энергию. Это очень важно для наших жителей. Себестоимость должна понизиться, но на какую часть, это будет все зависеть еще от службы по тарифам Республики Коми. Почему? Потому что те инвестиции должны будут возвращаться, но я так думаю, и мы с вами прекрасно понимаем, что себестоимость, она будет понижена и значительно. Я думаю, наши граждане ощутят в своих квитанциях именно оплату на теплоноситель. У нас программа газификации, это предусмотрено на 2017-2018 год, то есть если все пойдет нормально, то в 2018 году уже будет переоборудование, будет уже переведено в Воркутинскую ТЭЦ с дорогостоящего мазута на газ. Далее Геннадий Горбачев посетил Варгашорскую больницу, к ремонту которой он приложил свою руку. Я пришел главным врачом в 2012 году, в декабре месяце. Состояние здания было очень плачевным, здание практически рушилось, неоднократно письма на имени министра здравоохранения, вижу, что никаких подвижек нету, я обратился к депутату Госсовета Республики Коми Горбачеву Геннадию Федоровичу. Я ему прислал все фотографии, которые были сделаны здесь, и обратился с просьбой оказать содействие и помощь в этом деле. И потом в 2014 году после этих всех меня посетил бывший министр здравоохранения, посмотрел на это. Ну, естественно, я держал все это на контроле с Геннадием Федоровичем. И благодаря его большим усилиям в 2014 году было выделено 7,5 миллионов денег на ремонт фасада зданий, потому что здание было, то есть оно рушилось. Притом дефекты и морозной деструкции стен было на 2/3. Балки над этими окнами обваливали, то есть падали, и пришлось их подпорки им ставить, и все. И в 2015 году разыграли аукцион, и за одно лето мне удалось, по крайней мере, это все закончить. В настоящий момент хирургическое отделение Варгашорской больницы имеет современный презентабельный вид. Из-за выделенных средств республиканского бюджета более 7,5 миллионов рублей Михаил Михайлович провел огромную работу, проявил строительный, так сказать, профессионализм и привел в соответствие, будем говорить,
данное здание в наглядный вид. Это, конечно, очень радует и не может радовать, думаю, всех жителей поселка Варгашов. Положа руку на сердце, то было сделано ПСД, проектно-сметная документация. К сожалению, бывшие министры и Бордюк, и Арнаутова Наталья Алексеевна должным образом не отнеслись к пожеланиям, будем говорить, воркутинцам. Конечно, пришлось пробивать, будем говорить, посещать, и благодаря Наталье Николаевне, и благодаря Арнаутовой, министру здравоохранения, пришлось все-таки сделать так, и они пошли навстречу и выделили, собственно говоря, те средства, которые позволили привести в наглядный вид данное здание. Теперь главная проблема Варгашовской больницы – нехватка медицинского персонала. Но и она из тупиковой ситуации перешла в более или менее разрешимую. Уже третий год у нас в республике, значит, существует медицинский институт. И благодаря, собственно говоря, руководству Сыктывкарского государственного университета при поддержке временно исполняющего обязанности Габликова Сергея Анатольевича у нас впервые в этом году было медицинским институте выделено 19 бюджетных мест, 11 из которых по целевому направлению. Также из республиканского бюджета выделяется 40 мест, которые оплачиваются с республиканского бюджета. То есть наши дети, которые окончат вот эти вот, будем говорить, 59 человек, которые окончат наш Сыктывкарский государственный институт, согласно контракту, будут обязаны проработать в наших заведениях здравоохранения 5 лет. И, наконец, последний объект, который посетил Геннадий Горбачев – муниципальное унитарное предприятие «Полигон», проще говоря, городскую свалку, которая в последнее время требует к себе особое внимание. Данный полигон ТБО введен в эксплуатацию приблизительно в 79-м году. Это официально по бумагам. Ну, я так предполагаю, что он эксплуатировался гораздо раньше. Проблема существующего полигона. Дело в том, что сейчас новые требования, новые правила. Полигон, как правило, уже исчерпал себя. Максимум, на что он рассчитан по мощности, это 3-4 года его эксплуатации. Есть большая необходимость в строительстве нового полигона согласно всем законодательным базам, согласно экологическим нормам и требованиям. Как вы видите, высота накопления ТКО, твердых коммунальных отходов, очень большая. Требуется срочная рекультивация данного полигона и строительство нового со всеми правилами и требованиями, со всей его инфраструктурой. Активное участие депутата Госсовета Республики Коми Геннадия Горбачева должно способствовать решению этой проблемы нашего города. Тем более, что у Геннадия Федоровича свое видение и перспективы утилизации бытовых отходов. Неделю тому назад я встречался и с министром по природным ресурсам Волшебеткиным. Неделю тому назад я разговаривал и с Сергеем Анатольевичем Габриковым, который озвучил все проблемы, которые существуют и волнуют наших граждан. Одна из которых, конечно, была и состояние нынешнего полигона. Никто не против, чтобы сейчас муниципалитет, и он должен сделать это, выделить земельный участок, провести инженерно-геологические исследования данного участка, сделать ПСД. И республика готова выделить республиканские деньги на строительство нового полигона. Конечно же, мы с вами понимаем, что полигоны, о котором мы сейчас говорим, это вчерашний день. Поэтому, конечно же, мы будем решать вопросы, чтобы было не строительство нового полигона в нашем городе, а все-таки, может быть, закупим новый завод по переработке твердых бытовых отходов. Это экологически чистое мероприятие. Поэтому будем работать в данном направлении. Самое главное, что сдвиг должен быть. Впереди у Геннадия Горбачева много работы. Однако внутренний потенциал и желание депутата привести родной город в порядок будут являться стимулирующим фактором в решении поставленных вопросов и задач и преодолении всевозможных преград и барьеров. Вячеслав Ирин, Денис Кораблев, ТВ «Гало», Воркута.